Дорогие братья и сестры, мы с вами слышали подробные свидетельства четырех евангелистов о последних часах земной жизни Господа Иисуса Христа, о тех издевательствах, физических страданиях, которые Господь претерпел ради нашего спасения. Конечно, мы понимаем, что тысячи людей, также невинных, претерпевали что-то похожее, но история сохранила такую подробную память только об одном – об Иисусе из Назарета. И, наверное, это именно потому, что Он не просто был один из многих тысяч невинных страдальцев, а потому что Он был Сын Божий, потому что Он через 3 дня воскрес, а еще через 50 дней ученики получили такую силу и благодать Святого Духа, что без всякого страха благовествовали это всему миру. И чем дальше шла история, несмотря на преследования, гонения, издевательства, такие же страшные муки, имя Христово завоевывало больше и больше народов и всю землю. И мы видим, что и сейчас, хотя также остается зло мира, также остаются войны, несправедливости, но Господь говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Господь дает нам вот это спасение. И вот тем, что эта смерть, издевательство, страдания стали известны всем, и каждый, кто чувствует, что за этим стоит не просто какая-то случайность или человеческая выдумка, или желание как-то скрасить нашу жизнь, а стоит духовная реальность, действительно находит тот мир, который дает Господь каждому из нас. Поэтому будем вот эти страдания принимать именно как свидетельство того, что Бог с нами, Бог переживает с нами, и что Бог действительно может каждому из нас дать вот это утешение, дать вот этот мир, который Он давал многим и многим святым, которые действительно обретали во Христе радость. Такую радость, тот мир, тот замечательный мир, который Господь дает нам, не так, как мир дает. Будем и мы просить Господа, что вот эти Его страдания, чтобы это Его свидетельство наполняло и наши сердца, чтобы Его мир приходил в мир каждому из нас. И тогда мы будем нести Его тоже вокруг себя, нашей семьи, наши дома, там, где мы работаем, и по всей нашей стране, и по всему миру. Аминь. Все благодарим за молитву, благодарим хор за прекрасное пение. Завтра в 8:30 совершаются особые... Завтра не положено божественной литургии, пятница вот такой вот постный день, и завтра день, собственно, мы сегодня, это уже относится к пятнице, мы будем читать особые часы, тоже выдержки из пророчеств ветхозаветных, тоже выдержки вот из Евангелия. 8:30 утра, конечно, не все, наверное, смогут прийти, но кто сможет. Литургия не совершается. И именно вот ввиду этих страданий, ввиду этого страшных страданий для искупления мира на протяжении всего года, пятница всегда как бы отмечается особо, как постный день. То есть мы всегда в пятницу вспоминаем, конечно, не так подробно, как сегодня, вспоминаем вот эти события Страстной пятницы.
Днем, два часа дня, будет вечерний и вынос плащаницы Христовой, и мы будем прикладываться к ней. И вот у плащаницы совершаются земные поклоны. В остальном поклоны отменяются до дня Пятидесятницы. А вечером завтра будет утренняя Великой Субботы, когда будут тоже читаться пророчества о воскресении, когда мы будем уже предварять как бы вот произошедшее воскресенье. А в субботу будет совершаться литургия, во время которой, при чтении, после, во время чтения апостола, уже будем менять черное облачение на белое, как бы предвкушая, что уже победа над смертью совершилась. Свет победил тьму. Так уже, соответственно, строите и ваши, по вашим возможностям, посещение храма в эти вот дни перед Пасхой. В самую Пасху у нас будет три божественные литургии. Одна ночью, 0 часов, то есть в полночь совершается крестный ход, затем первая божественная литургия. Она закончится где-то в 3:30, затем вторая литургия в 7 часов утра и третья в 10 часов утра. Храни всех Господь, ангел-хранитель, все в пути, с миром изыдем. Благодарим хор за прекрасное пение, помогавшее нам молиться.